Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов Альберт Пьер Рене Меньян. Французский художник, историк и иллюстратор. Родился 14 октября 1845 года во Франции. В 1864 покинул свой родной город, чтобы изучать юриспруденцию в Париже, получив диплом в 1866 году. Во время учебы он также рисовал, брал уроки рисования у Жюля Ноэля. Дебютировал в салоне в 1867 году и продолжал выставляться там на протяжении всей своей жизни. В 1868 он много путешествовал, рисует в Руане, Кордове, Севилье, на Суэцком канале перед его открытием. По возвращении нашел работы в студии ивориста Виталя Люминайса. Я цитирую Википедию. В 1889 году получил золотую медаль на Всемирной выставке и почетную медаль на салоне в 1892 году. 3 года спустя был удостоен звания рыцаря почетного легиона. Большая часть его работ посвящена исторической живописи, хотя он также создал много портретов. В его испанских и востоковедческих картинах чувствуется влияние Анри Реньо. После 1889 года рисовал иллюстрации и декоративные фрески, в том числе для литературного салона «Отель де Виль» и торгово-промышленной палаты «Сен-Этьен». С 1895 по 1899 год он создал серию гобеленов для зала конференций в Люксембургском дворце. Входил в группу художников, оформлявших фойе оперы «Комик», и был одним из нескольких, кому в 1900 году было поручено украсить знаменитый ресторан на Лионском вокзале «Le Train Bleu». Скончался 29 сентября 1908 года в возрасте 62 лет в Сен-При, Франция. Ну вот такие данные, небольшая информация о французском художнике, историке и иллюстраторе Альберт Пьер Рене Меньян. Пока-пока, до свидания.